Ребята, всем привет! Сегодня у нас 25 апреля, день рождения у нашей самой-самой любимой Наташечки Самсоновой. Вот, поэтому я сейчас собралась, иду навстречу к ней, мы пойдем покушаем, потом погуляем, возможно, сходим в кино, а вечером куда еще поедем, в общем, все вам покажу, давайте поедем поздравлять ее. Спасибо! Посмотрите на именинницу. Наташа 21. Ладно, нет. Еще нет. Приятного аппетита, Наташа. Мы с Наташей поели. Поели, да. И мы выдвинулись на Василеостровскую, чтобы сходить в кинотеатр. Последний крайний наш поход закончился крайне неудачно. Последний. Потому что мы ходили на пышку, не советуем. Вообще не советуем. Вообще не советуем. Саша просто спала. Да потому что реально, ребята, очень-очень странный и скучный фильм. А сейчас мы идем на фильм... Не спеши. После. После. Тоже фильм начинается на П, но я надеюсь, он будет получше. Ну, да, должен быть. Ребята, смотрите. Красивый Исаки. Ребята, все цветет вообще как? 25 апреля на минуточку. Такое чувство, что, знаете, ребята, вот сейчас какой-то июнь или что-нибудь такое, сессия прям закрыта, сессия закрыта, да, жара. Но на самом деле апрель. Сколько раз ты за это видео это скажешь? Я не знаю, миллион. Мы сегодня немножечко не рассчитали время, и мы сейчас в метро. У нас есть 20 минут, чтобы доехать до станции метро, короче, до кинотеатра. Вот. О, это спецэффект. Не вечер. Это что, клип? Что за прикол? Почему не красиво? Слышно. Да, да. Мужчины нас вечно недооценивают, а мы... Боевые травмы. Ребят, вот сходили мы на фильм, и знаете что? Этот фильм заставляет задуматься о жизни. Не люблю такие фильмы, типа драмы, знаете, про любовь. Но вот Наташа любит, и мы пошли, я успела поплакать уже. Я это сделала, ребята, я сходила ее на фильм. Ну, потому что комедии зачастую бессмысленные, и я люблю фильмы, над которыми надо подумать. Тем более, когда актер похож на ее бывшего. Это реально было очень смешно, так что это была почти комедия для нас. Ага, почти комедия с чуточкой драмы для Саши, блин, с слезами. Ладно, все хорошо. Мы сейчас заклеиваем Наташе ноги, потом идем в одно тайное место, а потом идем дальше. Вот это просто спасение. Это я. Мы и Лахта-центр. Вообще обнародили свечку. Мы пришли по 300-летия. Тут куча народу. Люди лежат, люди играют, люди катаются на скейте. Ребята, мы приземлились. Ой, мне Паша звонит. Братишка мой. Ребята, я приняла решение, что Наташа должна открывать подарок. Так, стойте. У меня уже тут все приготовлено, но вы видели во влоге. Давай, начни с этого. Как обычно, 560. Как знала, не стала ее покупать. Именно когда я покупала вот этот подарок, мне женщина пожелала удачи, а в метро спросили, где я брала это. Просто несколько жесткостей, я такая, дайте самую жесткую. Пожестче, пожестче. Что же это такое? А есть ножка? Блин, я хотела, кстати, взять, но у тебя же есть ногти. Они получились еще вкуснее, чем в тот раз. Ага,
Да-да-да. Кажется, мы будем делать веснушки. Ты клонишь, блин? Ну, я решила вклад сделать. Почему так много подарков? Ну, я решила по мелочи, но много. Я вот хотела... Я знаю, я знаю. Я не говорила тебе, что я собираюсь это покупать. Ой, если почитаешь. Я твою любимую, по-моему, распечатала, если это она. Да? Такой попсик. Да блин. Я сейчас буду плакать, Саша. Что, ножу эмоции? Я тоже. Я прочитать не могу из-за тебя. Блин. Теперь мне надо думать, как переплюнуть твои подарки. Ребята, тут рядом с нами на дереве сидят птички, они поют. Специально для нас концерт устроили. А еще сейчас будет происходить операция по открыванию бутылки. Эта бутылка у нас, между прочим, с Нового года? Да. С Нового года. Четырехмесячная выдержка. Кто это сделал? Нет, подожди, Дима, чего так быстро? Смотри, что мы здесь хорошо. Наташа кинула им виноград. Я же боюсь этих птиц, господи. Блин, они так прикольно подлетают, капец. Look at me, please. Да? Че, прикалываешься, блин? С чего ты вообще, блин, начала? Я не поняла. Съемка. Это что? Я не понимаю, почему я так открываю? Готовят мне свечки. Ребята, к сожалению, мы это не сняли, потому что это было дико сложно, но Наташа задула свечки и загадала желание, она мне скинет свое видео это. Вот, я его вставлю. Так что да, с днем рождения! Ура! Еще одна. У-ху! С днем рождения! Капец, блин. Так, ура, можно есть. Желание сбылось, надо съесть свечку. Я никогда этого не делала, я думаю, почему у меня желание не сбылось. Вот, надо, ребята, есть. Нёмка. Все, с днем рождения! Ребята, мы только что поняли, что мы кушаем рядом с туалетом. Как бы у нас все хорошо. Я в нем ходила, знаешь где? Тунисе, помнишь, в Туалет, где я вот так ушла? Плед с Туниса. Приятного аппетита. Ребята, я немножечко замерзла, как бы вы это можете заметить по моим губам. Холодно, да, знаете ли. Надо быть разумными существами. Все-таки человек разумный мы, но я не подумала взять с собой теплую одежду. Забрала у Наташи свитер, ей отдала плед. Да, ну холодно. Холодно, ребята. Это не смешно. Реально. Блин, сейчас вообще тут... Смотри, блин, это как с креветками, блин. Да. Я же как бы северная, непонятно вообще, что происходит. Ну, да ладно. Посмотрите.
Ой, смотри, какое солнце там желтое. О, ребята, мои губы приобрели нормальный цвет. Вы еще не поняли, это по моей накидке. Ребята, мы еле дошли до туалета. Хорошо, что он был. Хорошо, что он был, потому что тут половина уже закрыта, типа до 9. Тут, благо, один работающий есть. Все, спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, поздравления Наташи. Спасибо, ребята. Спасибо, да. Мы знаем, что вы ее мысленно все поздравили. Все, до скорой встречи. Да блин, подожди, я не то.